طيبوا تقنان يا أمين.
Господня взошла над тобой, ибо вот, тьма покроет землю и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию. Возведи очи твои и посмотри вокруг. Все они собираются, идут к тебе. Сыновья твои издалека идут, и дочерей твоих на руках несут. Тогда увидишь и возрадуешься, и затрепещат, и расширится сердце твое, потому что богатство моря обратится к тебе. Достояние народов придет к тебе. Множество верблюдов покроет тебя. Дромадеры и мадьямы и ефы, все они из Савы придут, принесут золото и ладан и возвестят славу Господа. Все овцы кидарские будут собраны к тебе. Овны невоевские послужат тебе, взойдут на алтарь мой жертву благоугодную, и я прославлю дом славы моей. Омраслота Шурая. بس مو ديامرا كالا جو خطيتها قد شفقت زيدا خصلي سبقاني دمتنا من خطيتها داخي مدرش خي قام يعني ليتو بداية داني مدنا بشي إيشو مشيخة بموتة مدنا إيش لو قوير أمي بما موديتا لموتا داخت إمي إيشو مشيخة من قويتة خطقت بابي أدخا أخنا خي خاتي بتخضر سب المغداد بيشن الصيوة أم الدامية تدموتة أتخاق قيمتة بالحاو سب بداية وقت برناش القاتيقة بيشن مخيل سقيفة أمي قد بايش بطلب أخرى تخطيطة
مدرش لا او دخل ما تخطيت سب هاود مثل ويل از تخطيت بس ان مثل امشيخه همنخ امشيخه بتخيخ بدايه وقت مشيخه قبل من قوميته مدرش ليه مايت موتا ليم حاكم بيه سود مثل تخطيتها مثل خداقها هاو الى خيل خيل الاعلاه اتخو اختون خشبن جانو خد ميتة خطيتا خيت الاعلاها بمار الاشمشيخ بس لا هك مخطيتا بغروق ميتا قم الصديت شهوتياتك لا هدريت هداموخ ازبط اولى قخطيتا الى هدر جانوخ اعلاها اخناش من دوميت خيال هدا موخ هاوي اسبب اكينوت الاله خطيت الله لا اود حكما سبليت تخط ناموس الى تخط شفق بس مودي اود خاطر لي وقت خط ناموسا الى تخط شفقت خصلي ليتم بداية قاماني ودريت جانوخ مصيتيت الا اخذ ريقواتي اختم ريقواتي تو مصيتيت الا اللي اخطيتا ومن شميتا دناتت كينوت من تامار آلاه دريقواتي تقول وغطيتا وستلقون من لبا داميتا يلبانت بشلقون سوبيا إلي كد ويلقون أزد من خطيتا ويلقون زب كينوت أتقوبني ناشا بمعرون سب زبونوتا بصروق داهي ودروقون هداموخون ريبوتا تشبالوتا وأولا أثناء أبادية أدرنون ريبوتة كينوتا وقديشوت سبك درقاواتة تقول طيتا ويلوخون أزد الكينوت مطنتا إتوالوخون هيقا عيني إديم يوما بالخافتون بي سبهرتا لا موت عادية ويلوخون أزد من خطيتا ويلوخون رقاوات الآلاء إتلوخون طنيات قديشة إتخرتا إلى خيد الآب إن قنيتا تخطيتا موتا خلقت آلاها خيد الآبد مار إشام شيخ. Послание к римлянам святого апостола Павла. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало изобиловать благодать, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная тот, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему, похотях его. И не предавайте части ваших греху орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и части ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.
Говорю по осуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы части ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте части ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. Слава Господу апостола Павла.